Всем привет! Сразу хочу сказать спасибо в очередной раз всем тем, кто поддерживает канал материально и морально, всем тем, кто пишет комментарии. И хочу напомнить вам о том, что если вы хотите увидеть какую-нибудь любимую пластинку здесь в моих руках и услышать про нее несколько моих слов, то посмотрите сначала, что творится в плейлистах. Посмотрите на плейлисты, поскольку роликов записано уже около 300, и вполне вероятно, что пластинку, которую вы хотите увидеть, вы найдете в плейлистах, и уже рассказ про нее, соответственно, существует. В этом нет ничего страшного, потому что 300 пластинок – это ничто, это даже не капля в море, это совсем мало, это песчинка. Впереди много всего, я надеюсь на это. Тем более, что все время выходят новые замечательные альбомы и новых групп, и старых групп. И пластинка, которая сегодня у меня в руках, она как бы новая, но как бы и старая. Ну, Jet Rattle, история группы вам известна, много десятков лет, да? Со второй половины 60-х годов. Вот такой буклетик здесь прилагается с фотографиями артистов и с текстами песен, а также с рассказом Яна Андерсона о том, что здесь происходит. Я не буду его пересказывать. «Рок-флют» называется альбом. «Рок-флейта», можно так сказать. И действительно, здесь «Рок-флейта». Действительно, здесь все в этом смысле, потом засуну. Все в этом смысле хорошо. Что мне хочется сказать про Jet Rattle? У меня не было никаких ожиданий перед тем, как я купил этот альбом. Потому что Jet Rattle для меня это группа вот с таким знаком качества. Группа, у которой, на мой взгляд, нет вообще плохих альбомов, нет слабых альбомов. Они все интересны безумно. Они все музыкальные, они все осмысленны, что бывает нечасто у рок-групп. Очень нечасто, я бы сказал, потому что рок-группы в основном существуют в рамках шоу-бизнеса, скованы обязательствами перед выпускающими компаниями. Контракты заключены там на 3, на 5, 6 альбомов вперед. Нужно обязательно выпускать что-то, когда есть материал, нет материала, абсолютно неважно, давай записывай и выпускай. А иногда самим хочется что-то быстренько выпустить, а выпускать нечего. И что-то такое придумывается быстренько и выпускается. У Jet Rattle совершенно другая история. Каждая пластинка, записанная группой под руководством Яна Андерсона, абсолютно осмыслена. И сейчас уже с такой вот временной дистанции я могу сказать, что практически все альбомы Jet Rattle, они концептуальны. Практически все, за исключением, может быть, там первых двух, возможно, так. Они все связаны какой-то одной идеей. Они все очень, в третий раз повторю, осмыслены. Что очень интересно, они все проникнуты единым, ненавижу это слово «намэ», и не буду его употреблять, единым посланием Андерсона, который хочет что-то сказать, что-то нам объяснить, что-то до нас донести, при этом еще и развлечь, что у него получается замечательно. Получалось всегда и получается до сих пор. И вот этот самый «Рок-флют» из той же оперы, еще более концептуальный альбом. Что-то я такое странное сказал, еще более концептуальный, чем что. Чем «Thick as a Brick», возможно. Вот так вот будем поступать мы. Да, и что еще можно тут добавить? Что здесь Ян Андерсон, хотя он уже давно перестал выступать в образе такого язвительного, умного, жесткого и грубого иногда шута, в образе, да, он не таковым не являлся никогда, а вот этот сценический образ, про который я много раз уже говорил, именно такой вот шут при короле, который и короля,
полощет, как ему угодно, и все, что вокруг короля происходит, тоже полощет по полной программе. Ничего не боится при этом. Это здорово. Но, начиная, наверное, с альбома, ну, как мне кажется, наверное, с альбома «A Crest of a Knave», он из этого образа вышел и стал абсолютно серьезен, что не мешает ему писать и исполнять музыку. Когда люди вот абсолютно серьезно занимаются музыкой, это невероятно скучно. Ну, мне, во всяком случае, мне это так себе. Есть, конечно, исключения, но, в принципе, легкость должна быть, особенно в рок-н-ролле, особенно в рок-музыке. Если нет легкости, если нет юмора где-то в музыке, не обязательно в текстах, не обязательно ха-ха-ха, хи-хи-хи, шуточки, а легкость должна быть, легкая подача в самых серьезных вещах. В этом смысле группа Black Sabbath, она, по крайней мере, периода с Оззи Осборном, она вся настолько проникнута юмором в музыке, там столько шуток разнообразных, что, боже ты мой, и от этого в этом-то весь кайф. Ну ладно, Rock Flute. Когда я послушал эту пластинку, я ее послушал сегодня два раза, поэтому не очень хорошо еще запомнил, что происходит в каждой песне. Мне сразу захотелось послушать предыдущий альбом «Zealot Gen». Они в чем-то схожи, в аккуратности, в точности, в академизме, наверное. Хотя рок никуда не делся, и здесь рока больше в 10 раз, чем в «Zealot Gen». Эта пластинка вообще, это вообще, в принципе, тяжелый рок. Тяжелый рок, но Андерсон здесь, поскольку он тонкий, умный и, не буду говорить, гениальный, но изумительный совершенно музыкант, прекрасно чувствующий музыку, понимающий, что это такое, он умудрился создать звучание, с одной стороны, роковое, тяжелый рок, гитарный. Здесь гитара просто играет невероятно плотно. Плотно, агрессивно, технично. И совершенно по-роковому. То есть играет тяжелый рок. Про ритм-секцию я молчу. Там вообще все в порядке. И барабаны, и бас, и клавиши, и все там, все прямо замечательно. Но вот эта плотность звука с голосом Андерсона, который уже не тот. Да, уже нет высоких, нету такой атаки жесткой, нету вот этой, вот этих зазубринок таких вот, нет пилы в голосе, которая пропиливала нас раньше. У него очень своеобразный тембр был у Андерсона. Этого уже нет в силу возраста, 75 лет, все-таки это не шутка. И он поет в своем регистре, никуда не лезет ни выше, ни ниже, поет так, как может. Получается это очень хорошо. Очень точно интонирует все, но ему удалось совместить, еще раз я повторю, вот этот тяжелый рок, драйв, темп, свинг, все тут, все присутствует здесь в полной мере, с интимной голосовой подачей, интимная, доверительная, иногда речитативная такая подача, и все это вместе слеплено в тяжелый рок. И вот этот баланс, он настолько здесь соблюден, настолько удивительное звучание. Оно сразу кажется необычным, сразу кажется, как это, это что, нет, это да, сделаю погромче, бац, и сразу просто придавливает тяжести. Ну, состав уже привычный: Дэвид Гудье — бас-гитара, Джон О'Хара — клавишные, Хаммонд — орган, фортепиано, все тут есть, Скотт Хаммонд — ударные, и Джо Пэриш Джеймс — это изумительная гитарная игра на акустической гитаре, на электрической гитаре. Андерсон играет только на флейте. Он купил 3 флейты новых для записи этого альбома. Альтфлейта одна, не помню, как она называется. И не помню тоже, как называется вторая флейта. Два альта он купил. И вторая флейта какая-то такая нежная, со специальным названием. И она здесь не часто звучит, но звучит. Ну и помогает здесь еще девушка в двух песнях, в первой и последней, Уннар Бирна. Пластинка основана как бы на скандинавской мифологии и повествует, в принципе, о таком процессе, который называется Рагнарёк или Рагнарёк.
там ударение плавающее, но по-русски будет ударение на «ё», все-таки «рогандрёк». То есть «рогандрёк» что это такое? Это по-нашему, по-христиански, это конец света. Это когда просыпается волк войны страшный, проглатывает солнце, как у нас практически в сказке Чуковского «Крокодил», «крокодил», там что-то солнце проглотил. Вот. Но это все шуточки, а здесь именно этот самый рогандрёк описывается в разных формах, хотя и все это соотнесено с тем, что происходит здесь и сейчас, с нашим временем. Но это я очень общо сказал, на пластинке достаточно подробно, так сказать, все прилеплено к скандинавским мифам, но в принципе о рогандрёке, о том, что вот хана Кабздан пришла или не пришла. Но это мнение Андерсена, вы можете его разделять или не разделять. Мне очень запомнились сразу песни, конечно, «Hammer on Hammer». Это раз, два, три, четыре, пятая на первой стороне, «Молот на молот». Мрачная, тревожная рок-песня, ну, рок в прочтении Андерсена, в прочтении Джет Ротал. Это гитарная штука, но при этом гитарный рок здесь, он очень сложный, очень интересный, очень музыкальный, очень много флейты, недаром это рок-флейта все-таки, как пластинка называется, очень много флейты, но флейта играет без андерсоновских вот этих вот, без шуточек, очень академично, один из самых, наверное, академичных альбомов Джет Ротала, но при этом рок никуда не делся, не волнуйтесь, все здесь есть. И, конечно, «Wolf Unchained», последняя песня на первой стороне, это когда волк просыпается, тот самый, и прет на нас, и здесь бешеное гитарное соло, и аккордовое, и одноголосое, и в интервал сыгранное, очень много здесь играется в интервал, похоже на Берриму Барлоу, фу ты, на Мартина Барра, господи, конечно, но я люблю очень тот состав Джет Ротал, на Мартина Барра, но как-то более молодежно здесь играется на гитаре, в хорошем смысле этого слова, ну, потому что время идет, гитарные школы меняются, техника меняется, новые приемы появляются, да простит меня Мартин Барр, прекрасный гитарист, обожаемый мной и вами тоже наверняка. Но здесь очень круто сыграно, и ближе к финалу на «Wolf Unchained» врывается орган, сверху на него ложится гитара, и такой какой-то страшный не хаос, а какой-то вот такой айсберг, не айсберг, а какие-то скалы просто на нас надвигаются от этой музыки, от этого звука, просто делается немножко страшно. Вторая сторона мне показалось, скажу сейчас ерунду полную, мне показалось более музыкальной, хотя первая сторона, она здесь клейма негде ставить, как здесь все сыграно прекрасно и сочинено, и продумано. Ну, The Perfect One начинается спокойно, тихонечко, красивенько, потом врубаются гитарные аккорды, интервалы, и пошел этот самый рок. Trickster, прекрасная песня. Вторая очень сложная. С одной стороны тяжелая, с другой стороны изысканная, выверенная, такая утонченная. И так все здорово. «Корнюкопия», третий номер. Она больше всего похожа на классический Джет Ротал. Такой барочно-скандинавско, какой-то шотландско игривый и тонкий полуакустический. «The Navigators» начинается с шотландских плясовых и уходит опять в тяжелый рок. Очень здорово. «Guardian's Watch», предпоследний номер. Классическая акустическая гитара в серединке появляется вдруг, соло неожиданное на акустической гитаре. И она вся такая европейско-средневеково-хардроковая. Вот, что я скажу. И последний номер рифмуется с первым. Там девушка читает адаптированную на современный лад древнюю исландскую поэму, по-моему, 13 века, которая как раз и
и открывает нам вот эти вот скандинавские мифы и закрывает их. И в начале и в конце тяжелое дыхание, которое символизирует, насколько я понял, рождение все-таки, рождение человека, рождение нового мира после Рагнарёка, после конца света. То есть не все так плохо, все-таки что-нибудь да останется. В общем, пластинка замечательная, она очень хороша, просто очень ее советую. Рок-флют, Джет Ротал, 2023 год, и все еще впереди. Так что пойду пить пока.